Этот парень был вашей последней надеждой. Без него вам не победить. У вас духу не хватит. Нужно отступать на новые рубежи. Демоны, похоже, пронюхали, что мы уязвимы в этих землях, и здесь нету должной охраны. Они пришли не захватывать территорию. Левиафан послал одного гиганта, дабы уничтожить наши рудники и замедлить снабжение. Мы обязаны об этом доложить, пока не стало слишком поздно. Левиафан вот-вот перехватит инициативу, и тогда нам не поздоровится. Профессор Шварц прав, мы же не можем этого допустить, мы прошли уже такой длинный путь. Жаль, мы раньше не заметили проникновение сил врага в наш тыл. Необходимо в спешке собрать отряд и решать эту проблему, я этим займусь. Времени у нас в обрез, сил недостаточно, да и враг нас опередил. С этой целью мы облегчили тебя, КВ, чтобы ты не отставал от Фиджерона. Куда мы направляемся? И кто наша цель? Тундра, парни, а враг — это усиленный Левиафаном Дориан с орудием от пельменя. Пожалуйста, возвращайтесь живыми. Все-таки МС-1 нашел добровольцев для этого задания, и у нас появился шанс. Здравия желаю, солдаты! Доложите обстановку! Где-то в этих землях блуждает Дориан. Он наверняка уже сбился со следа. Благо, заблуждать здесь очень легко. Вы должны выследить его раньше, чем он найдет наши шахты. Сейчас же выдвигаемся! Ух ты, гиганты! А Левиафан говорил, что здесь никого кроме шахтеров не будет. Все-таки придется попотеть. Поджарим его! Начинаю прогрев мортиры!